Охлажденное мясо, цыплят, бройлеров, полуфабрикаты, субпродукты. Предприятие «Победа Агро» каждый год пополняет свой богатый ассортимент. Предлагаю гурманам отведать новинки. В этом году мы привезли новый вид продукции – это полутушка. Очень удобно для наших хозяев, предоготовление. Пришли с работы, все люди заняты, женщины, семья, работа. Полутушка приготовлена уже. Продукция под торговой маркой «ЦИПА» знакома большинству хозяек не только нашего региона. Высокое качество и удобство приготовления увеличивают спрос. При выращивании птицы не используются пищевые добавки и ароматизаторы. Помимо Брянской области, соседние регионы, Москва и даже далекие Кавказские республики также закупают продукцию «Победа Агро». Наше мясо является экологически чистым. Сырьевая кормовая база, артезианские воды, что способствует улучшению нашего качества мяса. Сейчас ассортимент предприятия насчитывает десятки наименований. И на этом известная марка не планирует останавливаться, продолжая наращивать объемы производства. За счет постоянного совершенствования технологий, в частности, изменения рецептуры кормов для птиц, состоящих из выращенных на собственных полях кукурузы, зерновых культур и рапса. Сегодня «Победа Агро» – это 35 цехов, оснащенных голландским оборудованием. Всего за год в них выращивают до 200 миллионов голов цыплят-бройлеров. Екатерина Зодина, Александр Егоров. События. Москва.